Марсианка! Срочное сообщение. К Земле со стороны планеты Марс приближается таинственная летающая тарелка. Ну вот если чуть-чуть. Сегодня и еще чуть-чуть. Города, чего-то не хватает. Очевидцы утверждают, цвет лица какой-то простоват. Неопознанный летающий. Живенько. Ученые города прическа. Профессор Копытов высказал мне предложение. Ну да, красота – лошадиная сила. Ой, то есть страшная сила. Для посадки. Будьте бдительны, предупреждает академик Козлик Бородкин. Сидеть. Ай-яй-яй, ну ты до сих пор зеленая. Как это, как марсианка. Это еще что такое? А фен тебе, мамин, зачем? Так, быстро мыться. Привет, земляне. Залезайте сюда, тут так интересно. Вы что? Свободу красоте! Попалась! Больше никого не заморозишь. Ой, а так похоже на марсианку. Ничего ты не понимаешь в красоте. Да тут настоящая марсианка прилетела. От тебя не отличить. Надо ее поймать. Я видела ее. Она шла ко мне домой. Ой, там же папа. Что это оно не отмывается? Странно. Вот уж действительно это лошадиная сила. Подковки, морковки. Это настоящая марсианка. Она к нам на детскую площадку прилетела. Ого. Сейчас переводчик настроим. Я прибыла, чтобы собрать ваших животных для нашего зоопарка. Зачем вы меня намочили? Я хочу домой. Извините, мы случайно. Давайте мы вас до тарелки проводим. Мой шлем потерян. Так, возьмите мой. Гости, просто так прилетай. Еще поиграем. Ага, весело было. О,
Ой, новый фен! Какой красивый! Лучше спрячем. Это будет наш марсианский секрет.